159. Итальянский Ханна Корса 161. Немецкий Дог 204. Среднеазиатская овчарка 243. Бигль 720. Пудель малый черный 946. Пудель миниатюрный 954 и доберман. Дорогие зрители, поддерживаем самых юных участников аплодисментами. Ждем, тренируемся, терпим, впереди гости. Для кого-то это первая выставка, и не только для питомцев, но и некоторые хозяева делают свои первые шаги в выставочной карьере. Генеральный спонсор выставки. Компания «Уралмед», торговая марка «Фармина». Спонсоры интернациональной выставки «Екатеринбург 21 век», «Роял Камин», «Эконуба», «Проплан», «Бош», «Филс», «Титбит», а также компании «Валта», «Афина», «Агромедзащита», «Центр дрессировки собачья академия» и компания «Терра». Уважаемые болельщики, эмоции не только разрешаются, но и приветствуются. Итак, определяются победители. У нас с вами 4 призовых места. 3 призовых места, прошу прощения, 3. Третье место присуждается щенку породы Ханна Корса. Второе место. Второе место присуждается собаке итальянский брак. И победитель, кто же победитель? Лучший щенок сегодняшнего дня. Средний.